Emre, Emre, Emre. Уже приехали, да? Наверное, парк открыт. Наверное, бесплатно парк. Да, направо. Так. Все. Вы делаете еще раз бонус? Потом Сан-Николай. Уже Николай Центр Церкви мира. Вы очки не брали? Ей надо сейчас. Жарко, жарко. Это тоже Сан-Николай, да? Идемте, бабушка нам покажет, куда. У нее уже курс выбран. Там надо очень тихо. Очень тихо. А мне? Ну вот, кто обо мне позаботится. В смысле, все, значит, мне нужны. Сейчас бабушке билетики дадут. Пошли билеты прикладывать. А и лифт как провести? Так и лифт на ручках. Идите к бабе на руки, проходите. Пойдем к нам. Не хочешь? По-моему, сюда. Вот, наверное, сюда их надо засыпать. Пошли, пошли, пошли. Опа! Опа! Все, мы с тобой первые прошли. А я не прошла.
А бабушка застряла. А мы прошли. Я пойду туда. Или входит, а мы в туалет сходим, да? Давай, баба. А, давай, баба. Я пошла в туалет. Евро 15 лир. Yani почти 3 доллара билет. И это Сан Николай. Очки. Пошли. Мама? Элиф. Элиф, скажи сейчас мы где? Что мы делаем здесь? Итак, это турецкий, это английском, немецкий язык, а это по-русски. Семь года. Здесь нельзя громко говорить, поэтому просто я покажу вам, что есть здесь. Закрыли тоже, наверное, солнце здесь тоже нельзя. Пойдем. Thank you.
старый, помнит там. Идем дальше. Thank you.
стояли, гуляли. Смотри, здесь. Элиф, ты сказала желание? Это по-русски? Не по-русски, да? Ну, буква как по-русски. Похоже. Большой ресторан здесь. Ты здесь, мой кузен? Можно, можно. Тебе все можно. Как много птичка или? Покажи. А, наверное, кроки. Видно, когда мужчина читаем, да? С другой стороны, что есть? А, картина. Церковь. Информация есть. Ты умеешь читать? Мама умеет. Черчит. Что там есть интересное? История храма. История храма. Принесла мне домой мороженое есть. Мороженое? Уже можно мороженое? Не... Хорошо. Какой ты хочешь, Эльф? Клубникам? Да.
А дедушка тоже пришла.